Пандемия коронавируса и ограничения вызвали некоторый спад производства, особенно в развлекательной сфере. Однако реальный сектор экономики не сдается. В целом по области сегодня дефицит кадров составляет почти 15 тысяч человек. Официально зарегистрированных безработных почти вдвое больше. Увеличение объемов работы и открытие новых линий – самый лучший метод борьбы с безработицей. К примеру, новых работников ждут на Волжской мебельной мануфактуре. Чем интересно сейчас, то есть они очень сильно расширились. То есть из одного небольшого цеха сейчас вот взяли эти площади на гидроаппарате, почти 12 тысяч квадратных метров, и здесь организовывается расширение производства. То есть они делают мягкую мебель, садовую мебель, и сейчас это новое производство по тканям для текстилю, для мягкой мебели и производство самой нити. Сейчас на производстве работают 435 человек. Совсем недавно были приняты 80 рабочих. В настоящее время идет набор еще 120. Средняя зарплата по предприятию выше средней по региону – 38 тысяч рублей. В настоящее время на производственной площадке смонтированы 4 новые линии. В основном производственном корпусе смонтирована линия по производству нитей и тканей для мебели. Павел Половов, Владимир Куликов, Новости Улправды ТВ.